Всем привет, я Димон, с вами «Факты от автогода», а это Skywell ET5. Что в нем самое прикольное? Ну, во-первых, он сам по себе прикольный. Электромобиль со сдержанным европейским дизайном и самыми передовыми технологиями на борту. Круть! А рисовал всю эту красоту Джейсон Кларк Хилл, на минуточку, бывший дизайнер Porsche и Mercedes. Кстати, это особенно видно по задней части автомобиля. Внутри нас также встречает приятный сдержанный дизайн интерьера. В материалах отделки дерево, высококачественная кожа и soft-touch пластик. Электронная приборка 12,3 дюйма, прорисована классно. Читаемость и информативность отличная. Основная мультимедиа 12,8 дюйма, выглядит превосходно и функционал очень хороший. Но самой главной фишкой, конечно, является кресло водителя с атаманкой. Этот режим в мультимедиа-системе называется «Отдых», и такое эргономичное кресло позволяет действительно отдохнуть довольно комфортно. Ваши мысли по поводу ET5 пишите в комменты. Всем пока!